Здравствуйте. Уже 2 августа Барнаул принимает 12-ю летнюю спартакиаду учащихся России. У нас впервые пройдут финалы по трем видам спорта – гребля, кикбоксинг и шахматы. Сегодня подробнее поговорим о игре королей. В нашей студии Артем Поломошнов, президент Федерации шахмат Алтайского края. Артем Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как я понимаю, шахматисты первыми вступают в борьбу уже 3 августа. Они сойдутся за шахматными досками. Сколько участников мы ждем и из каких городов они приедут там? 2 числа у нас день заезда, с 3 действительно уже начинается первый тур. Закончим мы только 8 числа. 15 регионов России и 16 это будет Алтайский край. То есть это, по сути, 15 лучших отобравшихся. Это был действительно сложный отбор, первые два этапа. А Барнаул, тут Алтайский край попал по праву хозяина, поэтому здесь, может быть, нам где-то немножко повезло. По численному составу, то есть 15 регионов, сколько участников? По 4 человека в команде, 2 юноши, 2 девушки. Чем отличается спартакиада учащихся? Там невозможно более младшие возраста ставить в более старшие группы. Там четко определен год рождения, и это немножко, честно говоря, там для Алтайского края не очень хорошо, потому что есть у нас нюансы с командой. Вот. Поэтому мы ждем 16 на 4, 64 человека, плюс тренеров 16, то есть 80 человек общее количество. Вы сказали, что нам немножко повезло, что мы на правах участника, принимающей стороны участвуем. Насколько сильные спортсмены приезжают и насколько сильные ребята от нашего региона будут представлены? Приезжают действительно сильные спортсмены, потому что команды изначально ранжируются по среднему рейтингу. Рейтинг – это показатель уровня, по сути, игрока. И по среднему рейтингу я точно помню, что мы где-то вот после 12-го места, 13 или 14 из 16. Вот. Хотя у нас очень сильный состав девочек. Две девочки у нас действительно хорошие. Одна из них вот недавно выиграла этап Кубка России женского «Красоты Алтая», который проходил в Барнауле. Это впервые у нас представительница Алтайского края выигрывает этап Кубка России. Вот. Полина Борисовна будет в нашей команде. Ну и Даша Хигая, на самом деле, они примерно сопоставимые. Даша Хигая неоднократная там, чемпионка округа в этом возрасте. Она обладательница Кубка России в детского Кубка России в своем возрасте. Поэтому хорошие. Артем Мещеряков тоже добивался таких серьезных побед и чемпион края. А Миша Горлов чуть послабее, вот, но мы рассчитываем на Мишу. Думаю, что для Миши это будет как минимум очень хорошая практика. Ребята уже титулованные к этому возрасту, они успевают заработать какие-то первые свои там, кандидатские? Ну, у нас 3 кандидата мастера спорта играют, вот, кого я назвал. А Миша Горлов пока первый разряд. Из соперников тоже примерно такие, из, да? Соперников, да. Там есть по международной иерархии, есть и мастера ФИДЕ. То есть это там уже такой рейтинг 2-3, ну, серьезный уровень. Вот, поэтому мы увидим таких людей, которые, я думаю, в ближайшем будущем будут определять шахматы не только России, но и мира. Как-то особенно наши ребята готовились к спартакиаде или, в принципе, турнирный график, он такой плотный, что это и было подготовкой? Мы под тех ребят, которые попали в сборный состав, мы построили свой график турниров, они чуть больше поиграли, да, особенно это касается мальчиков, девочек, они шли по стандартному графику. Может быть, кстати, где-то и хуже, да, что наши ребята не отбирались, какой-то соревновательной практики они недополучили, но в целом у них был насыщенный календарь, и вот в июле они хорошо потренировались, надеюсь, что они успеют отдохнуть и восстановить силы, чтобы составить конкуренцию лучшим. Вообще в шахматах можно натренироваться? То есть тот ли это вид спорта, где вот тренировками только достигается успех? В шахматах, как в любом виде спорта, можно натренироваться. И как в любом виде спорта можно выходить на пик формы. Потому что шахматы, очень многие недооценивают, насколько важна физическая форма для шахматиста. Шахматист, уважающий себя, он должен очень много проводить занятий именно за спортивными нагрузками, физическими, потому что самый энергопотребляющий орган организма – это мозг. И поэтому, если физической формы нет, а партии длятся до 7 часов, ну, понятно, что после, там, условно, 4 часа начинает голова не соображать. И все, что вы наработали до этого, может пойти прахом там, только потому, что у вас нет физической формы. Я, на самом деле, считаю, что ряд серьезных турниров шахматисты не выигрывают из-за не очень хорошей физической формы, в том числе, там, я не помню, еще не смог выиграть матч за звание чемпиона мира именно из-за физической формы, потому что видно было, что в шахматном смысле он был готов лучше китайца. Возвращаясь к спартакиаде, 7 туров по швейцарской системе. Для тех, кто, может быть, далек от спорта, что это значит, швейцарская система, и почему потребовалось 7 туров? Объясню, да, швейцарская система — это когда участники, набравшие сопоставимое количество очков, близкое друг к другу, играют друг с другом. То есть сильнейшие играют с сильнейшими, слабейшие со слабейшими. И потом, если слабейший выиграл, он, соответственно, попадает на более сильного соперника.
А почему потребовалось 7 туров? Ну, наверное, круговая система 15 туров было бы слишком много, а для 16 участников менее 7 туров проводить, ну, просто получилось бы, что лидеры не сыграли между собой, и тогда это было бы непоказательно. То есть чемпион был бы такой неубедительный, скажем так. То есть все 7 дней будет проходить тур по порядку, да? Первый, второй, третий? Один день будет 2 тура. Это будет напряженный день, да, когда у нас пройдет 2 тура, и остальные дни по одному туру, да. Если говорить о спартакиаде, то насколько это событие для нашего региона знаковое, потому что знаю, что масштабные соревнования мы принимали раньше и будем принимать и в этом году. Но спартакиада, насколько она интересна, и на ее фоне еще какие события спортивные произошли в этом году, и, может быть, как к ним готовимся? Ну, если говорить в шахматном плане, все-таки финал спартакиады учащихся – это действительно уровень для нас, но при этом стоит отметить, что да, в этом году, наверное, это больше, знаете, как вот в боксе есть разогревочные бои, да, есть финальный бой, да, здесь получается, что вот финал спартакиады, несмотря на всю эту статусность этого турнира, она выступает все-таки как разогревающий турнир, потому что наряду с этапами мужского и женского Кубка России, которые только что закончились, потому что вслед за финалом спартакиады учащихся у нас последует суперфинал. А суперфинал чемпионата России среди мужчин и женщин, куда приедет мировая элита, по сути, шахмат, 12 лучших мужчин, 12 лучших женщин. И более знакового события, более серьезного события в шахматном календаре Федерации шахмат России просто не существует. И это будет действительно грандиозное событие. Поэтому как бы ребята так на разогреве выступят, хотя я не буду преумолять заслуг спартакиады учащихся, действительно, ребята боролись. Я повторю, что эти ребята в ближайшем будущем будут определять шахматное будущее России и мира. Вот спартакиаду некоторые называют таким трамплином, и что в некоторых видах спорта в олимпийскую сборную отбираются по ее итогам. Для шахмат это так? То есть действительно ли это шаг в большой спорт, или, в принципе, шахматисты чуть по-иному свою профессию и карьеру складывают, что не обязательно в спартакиаде участвовать, чтобы в большой спорт заявиться? Я думаю, что для шахмат тоже очень важно. Я не помню случая, чтобы от спартакиады какие-то ведущие шахматисты отказывались. Это очень престижно сыграть за свой регион, во-первых, да. Во-вторых, там действительно очень хороший уровень на спартакиаде учащихся. Но и в-третьих, шахматисты, они не включены в общую олимпийскую программу, поэтому шахматисты придумали свою олимпиаду шахматную. Вот. И это возможность попасть в будущем в сборную, потому что, конечно, за финал спартакиады учащихся следят тренеры сборных России, там, юниорской, взрослой, они присматривают ребят, и поэтому, ну, это важно сыграть, и это действительно трамплин, ступенька для того, чтобы попасть в сборную России в будущем. Мы принимаем впервые, но сама спартакиада, она уже 12-я по счету. В предыдущие годы насколько удачно наши ребята выступали? В предыдущие годы, я помню, что на моем веку дважды наша команда, вот в этот раз будет третий, дважды мы играли в финале спартакиады учащихся. Но, по-моему, выше 8-го места мы не поднимались. Я, честно скажу, что и в этом году нам будет тяжело подняться выше 8-го места. Мы там ставим все планы. Но я сказал, да, что мы там 13-е по стартовому составу, и, конечно, лидеры там Москва, Питер, Казань, они все посерьезнее составы везут. Но я верю, что мы поборемся. Все-таки фактор своего поля даже в шахматах сказывается. И еще спартакиада, она отличается чем? Шахматы вообще считаются индивидуальным видом спорта. А здесь командный дух. Все-таки на первом месте результат команды. И именно как сыграла команда, присваиваются очки. Чуть другое. Уверен, что ребята сплотятся вокруг результата. Наверняка на федерацию еще большая оргработа легла. Как готовились к проведению, к принятию гостей? Легла большая оргработа, но я бы здесь поблагодарил Министерство спорта. Очень активно включилось Министерство спорта. Я считаю, что вот они многое сделали, и с точки зрения будет очень большое открытие, и с точки зрения там, помощи в размещении и других оргвопросов. Активно включился краевой шахматный клуб, и за это им спасибо, потому что очень большую часть работы закрыли они. Мы, наверное, сместили немножко акцента в своей работе при подготовке к суперфиналу, и поэтому для федерации чуть с меньшей нагрузкой прошла подготовка именно с точки зрения организации вот по спартакиаде. Здесь огромную работу сделал шахматный клуб и Министерство спорта Алтайского края. Спасибо большое. Как происходит выбор городов, которые принимают финалы? Я к тому, что есть ли у нас желание и есть ли возможности и в дальнейшем принимать финалы? По сути, это конкурсный отбор, подается заявка, и из поданных заявок Министерство спорта России делает отбор с учетом мнения Федерации вида спорта всероссийской. Да? У нас здесь спасибо, что ФШР поддержали.
Вот. Ну и АФШЭ поддерживает, уже оценивая, есть ли в регионе опыт проведения серьезных турниров. Вот мы с вами говорили уже о том, что у нас есть опыт. Да, мы проводили и чемпионат Российского студенческого союза, там, всероссийский и так далее. И поэтому думаю, что здесь сказалось то, что мы действительно уже завоевали репутацию хороших организаторов. Вот. Желание в будущем, безусловно, есть проводить хорошие турниры, но, наверное, турниры должны быть разнообразны, и они не могут проходить в одном городе. Понятно, что теперь «Спартакиада» к нам приедет не скоро, но для нас это очень хороший опыт будет. Нет ли такого опасения или страха, что талантливых ребят заметят, и они перейдут куда-то вот в столице, да? То есть нет ли такой проблемы утечки мозгов, а уж в шахматах куда уж умнее, да, спортсменов найти? Как и везде существует эта проблема, я думаю, как в любом виде спорта, и как и в студенты, да, которые, ребята, которые хорошо заканчивают школу, набирают высокий балл на ЕГЭ, ну, в большинстве своем, в подавляющем большинстве они уезжают. Так и мы понимаем, что у нас время на воспитание гроссмейстера – это до 18 лет. Вот Алексея Сорокина мы почти воспитали, но, тем не менее, третий балл он выполнил уже находясь в США. То есть это говорит о том, что перекупают не только внутри России, да, за нашими талантливыми юниорами и юниорками следят и за рубежом. Поэтому, конечно, опасения есть, но мы понимаем, что это неизбежность, и здесь мы работаем с точки зрения массовости. У нас чем больше вовлечено в шахматы людей, тем больше их останется в регионе. То есть, понятно, часть уедет, наверное, там большая часть талантливых, но нам удалось оставить там Викторию Лоскутову, Михаила Панина. Очень серьезные спортсмены. И думаю, что количество вот этих вот сильных спортсменов, остающихся, будет расти, потому что в целом расширяется круг. Думаю, другого выхода нет, только наращивать массовость. Еще такая интересная деталь. Соревнования пройдут без зрителей. Почему такое решение принято? И вообще шахматистам нужны ли зрители? Тот ли этот вид спорта, где нужно поддерживать участников? Ну, смотрите, здесь две проблемы, с которыми сталкиваются шахматисты. Проблема первая, вы ответили сами на вопрос, да, шахматистам как раз нужна абсолютная тишина, чтобы их ничего не отвлекало, потому что все внимание сосредоточено на доске, на обдумывании хода, и все, все отвлекающие факторы, они мешают играть. А второй момент, он возник в последние годы, мы знаем, что IT-технологии сильно продвинулись, сегодня компьютерные программы играют сильнее человека, поэтому есть такая проблема в шахматах, как читерство. Когда идут подсказки с помощью использования гаджетов, компьютеров и так далее. Некоторые там умудряются мини-наушники придумать, в ухо вставить. Вот. Поэтому, чтобы максимально выполнить античитерские правила, даже специально изобрели античитерские правила, во-первых, убираются зрители, во-вторых, у нас есть рамка на входе, мы будем смотреть на всех игроков, потому что, ну, давайте мы исключим, пусть ребята соревнуются между собой и попробуем максимально исключить помощь компьютеров. Будет ли какая-то возможность последить за игрой? Может быть, трансляции какие-то будут онлайн? Да, и в этом плане у нас один из ведущих регионов. Мы делаем трансляцию онлайн, мы выведем все доски на трансляцию. Они будут на нашем сайте. Думаю, что мы сможем договориться с Федерацией шахмат России. И на сайте Федерации шахмат России это будет трансляция. То есть люди могут следить, как развиваются события в режиме онлайн. Причем там же отображаются и ходы на доске, и время, сколько осталось у соперников. Поэтому, по сути, можно смотреть там, по сути, находясь прямо внутри ситуации. Победителей трое, как обычно, да, или здесь? Ну, один чемпион страны, да, и второе, третье место, конечно, все стандартно. Их имена узнаем, получается, на закрытии уже «Спартакиады». Их имена узнаем 8 числа, да, у нас так получается интересно. У нас торжественное открытие, церемония торжественного открытия, поскольку другие виды спорта начинают позже, она состоится только 7 числа, по сути, в предпоследний для нас день перед решающим туром. А закрытие у нас будет 8 числа. Но, наверное, в этом тоже сила того, что все три федерации, кикбоксинг, гребля и шахматы, смогли объединиться и договориться с всероссийскими федерациями, сдвинуть сроки на одно время. Поэтому у нас такой получится большой спортивный праздник. Артем Анатольевич, спасибо вам большое за интересный разговор. Надеюсь, что онлайн наши земляки будут болеть за своих ребят. Я напомню, что уже 2 августа Барнаул впервые принимает 12-летнюю спартакиаду учащихся России. О предстоящих шахматных баталиях нам рассказал президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов. Спасибо, что были с нами. До встречи.